недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Я вас приветствую, меня зовут Агахи. Итак, дорогие зрители, кто хочет получить гражданство Турции, нашел для вас виллу 3+1 с видом вот таким, как вы сейчас видите. Глазами это видно вот так. Весь вид я вижу глазами. Также вы сейчас видите горы. Горы даже вот так видны. Тут несколько вилл. 5 вилл, общий бассейн. Расстояние до моря 7 километров максимум. Если используют другую дорогу, то 8,5 километров. 2-3 дороги сюда идут. Внизу у нас парковочное место с правой и с левой стороны. Фасад вилл вот такой коричневый с серым. Я сейчас на втором этаже, на террасе. Можно даже выжимать свежий сок, не спускаясь вниз. Собрать апельсинчики. Терраса. Большая терраса. Есть обогрев воды, солнечной вот этой панельки. Вилла 2008 года. Итак, дорогие зрители, цена этой виллы 507 тысяч евро. Звоните, если вам нужны еще другие какие-нибудь варианты. У меня их несколько, которые именно подходят под гражданство. Также есть бюджетные варианты от 270 тысяч евро и выше. На канале еще есть один ролик. Я его выложу или после этого ролика, или до этого ролика. Там цена 175 тысяч евро. Вилла 2+1 в районе Каркаджак. Так что у меня много разных вариантов. Здесь у нас прихожая верхнего этажа. Можно установить радиаторы. И трубы уже установлены. Это у нас первая спальня. Тоже выходит на террасу. Здесь у нас 17 квадратных метров. Вид с этого окна. А также вид с этого окна. Первый санузел. У меня заказ, как бы. Сейчас я пришел снять виллу для нашего клиента. Рядом протекает родник. Свежая вкусная вода. Я уже попробовал. Здесь спальня где-то 16-17 квадратных метров. Спускаемся вниз. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. И пишите комментарии, что тут вам понравилось. Здесь кладовочка под песенкой. Гостиная. Кухня отдельная. Очень хорошая планировка, я думаю, что. Ну, здесь вышли прямо на террасу. Можно здесь что-то поставить. Интересный вариант. Квадратные метры, здесь так как 3+1 вилла, минимум 170 квадратных метров. Вся полезная площадь, минимум. Отдельная кухня. Также выходит во двор. Тут где-то тоже 15 квадратных метров кухня. Здесь 35-30 квадратных метров вся территория у гостиной. Второй санузел полноценный. Ну, требуется маленький ремонт. Ну, маленький, средний, кто как хочет. Может сделать ультралюкс виллу, инвестировать также. И вот у нас третья спальня внизу. Тоже где-то здесь 14-15 квадратных метров.
Встроенный шкаф глубокий. Так, выйду я. Здесь можно посадить дерево, там куст, цветочек, что-нибудь. Это другая вилла. Сейчас нас посмотрим. Это все место относится к вам. Вот. Тоже можно что-то посадить. Сейчас я пройдусь назад. Тихо, спокойно. Восточно-южная, западная сторона. Бассейн прямо вот здесь. Я сейчас подойду туда. Посмотрим, что есть позади в этой ёлы. Ну, просто проход. Угу. Там тоже. Детально все покажу. Можно даже онлайн забронировать. Мало вилл осталось, которые подходят под гражданство в Алании. И отсюда вот такой вид на крепость Алании и на всю Аланию. Сейчас пройдусь к бассейну. Облака, дождик, кажется, начнется. Есть, наверное, айдат, где-то 500 лир ежемесячно, так как бассейн и территория ухаживается. Охрана. Вот даже вода есть в бассейне, значит, работает. Нормальный бассейн с видом на крепость Алании. Здесь зонтики, шезлонги ставятся. Тут даже охранник, собачка у нас сейчас будет лаять. Ага. Вот здесь прямо родник, сейчас подойду к роднику. Вот вход. Нормальная дорога асфальтированная. Так что воду тоже не надо покупать где-то. Вот вам родниковая вода. Так вот. Звоните, дорогие зрители, по номеру плюс 90-555-064-91-10. С вами была Гасей, Солнечная Алания, район верхнего центра Алании. Бекташ, ТП, не помню. Всем пока-пока.